красота. .28 по Киеву, Харьков, 21 июня 2018 год. Равноденствие нет оставить. Солнцестояние. Сегодня в 13:07 по Киеву. Солнце наивысшей своей точки достигнет. Сегодня самая короткая ночь. И далее день будет только сокращаться, а ночь увеличиваться. Хотел я снять все это замечательное восхождение солнца, восход солнца Никоном. С 83-кратным оптическим увеличением. Но отказался от этой затеи. Потому как при таких увеличениях на экране просто огромное оранжевое белое пятно. Ну, то есть совершенно не видно. Увеличивает настолько, что на экран помещается только сплошное. Огромное какое-то светящееся. Так что придется обойтись Sony с 50-кратным увеличением. И оптическим. И так хорошо. Пожалуйста, даже сейчас весь экран занимает солнце. Еще большее увеличение никаких эффектов не дало бы. Никаких дополнительных деталей мы бы не рассмотрели. Так что пускай так. Сейчас. Все-таки лучше, когда хоть чуть-чуть от линии горизонта видно. И движение видно, солнце хорошо. И масштабы объекта понятны. 150 миллионов километров до этого шарика. И шарик сам. Полтора миллиона километров размерами. Разве не красотища? Повезло с погодкой. Ветра практически нет.
21 июня 2018 год. Харьков. Харьков. Закружной Харьков. 4 часа 34 минуты по Киеву. Там взлетело у нас непонятно что. Непонятно куда. Ну, там уже. Родной Харьков. Вышка. На 16-этажке в около березки стояли. Оригинально ли? Такая будка посреди поля смотрится. Классно было видно. Марс тоже я поснимал. В общем, спасибо матушке природе за классную погоду. А освещение какое-то очень странное. Очень. Эти фиолетовые тона. Одинокий во вселенной. Так, ладно, пожалеем оптику. Двадцать первое июня 2018 год, Харьков.